2016 году компания SkyWay начала строительство грузовой трассы в экотехнопарке. Это стало результатом разработки решений для рынка грузовых перевозок, которая длилась с 2001 года. Грузовые комплексы SkyWay могут использоваться для перевозки всех видов грузов, от руды и нефти до бытовых отходов и опасных химикатов. Благодаря высокому качеству материалов, инфраструктуру грузового комплекса можно возводить практически на любых типах рельефа и эксплуатировать круглогодично в самых разных климатических условиях. Подвижной состав грузового комплекса оснащен энергоэффективными силовыми агрегатами, позволяющими снизить операционные расходы при перевозке грузов и организовать питание за счет использования возобновляемых источников энергии. Компания SkyWay предлагает несколько видов грузового транспорта для решения разных задач. Юниконт. Специальный грузовой модуль SkyWay, предназначенный для транспортировки морских контейнеров. Главная зона применения Юниконта – транспортно-логистические узлы и объекты портовой инфраструктуры. Загрузка и разгрузка контейнеров в Юниконт может осуществляться как в специализированных терминалах SkyWay, так и привычными способами – при помощи консольно-козлового крана или портового ричтрака. Конструкция Юниконта позволяет осуществлять транспортировку контейнеров любого типа – 20-40 футов, без дополнительной перегрузки. Трасса Юниконта позволяет использование дополнительных видов грузового транспорта SkyWay. Юнитрак. Грузовое транспортное средство SkyWay для транспортировки сыпучих, жидких, опасных, скоропортящихся и штучных грузов. Модульная конструкция обеспечивает возможность его применения практически в любых сферах грузовых перевозок. Интеллектуальная система управления Юнитрака организует движение по трассе с минимальным безопасным интервалом, позволяет достичь высокой производительности комплекса. Загрузка и разгрузка Юнитрака может проходить в автоматическом режиме. Как результат разработок в экотехнопарке, построена действующая трасса для грузоперевозок, на которой Юнитрак успешно проходит ходовые испытания. При необходимости Юнитрак может быть скомбинирован с пассажирскими линиями или конвейером Юнитранс, что значительно расширяет сферу его применения. Юнитранс – закрытый ленточный конвейер на колесных парах. Это оптимальное решение для мест разработки полезных ископаемых и организации погрузочно-разгрузочных терминалов и морских портов. Погрузка на конвейерную ленту Юнитранса осуществляется со специального терминала, а разгрузка – за счет наклона ленты в вертикальной плоскости. Грузовые комплексы SkyWay – это высокая эффективность, низкая материалоемкость и себестоимость перевозок. Высокая скорость транспортировки грузов, минимальное воздействие на окружающую среду, сохранение природных ландшафтов.